Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Александр. И смотрите, что за интересное кресло я вам сегодня покажу. Это кресло сейчас появилось в ассортименте магазинов «Мир автокресел». И это кресло, знаете, немного такой уникальный продукт, потому что у него относительно рынка сейчас очень невысокая цена. Ссылка внизу на «Мир автокресел» вы увидите. И за эту цену мы получаем кресло с полноценным жестким изофиксом, с увеличенной боковой защитой, с дышащим вентилируемым корпусом и с сертификацией R129, так называемый iSize. Это очень высокие требования, имеющие стандарт, который вот прям... Если кресло соответствует этому стандарту, у нее высокий уровень безопасности. Поэтому вот за такие денежки, с такими характеристиками я на рынке, к сожалению, на сегодняшний день ничего противопоставить не могу. Только какие-то там 5-7-летние топы от немцев можно купить приблизительно за эти деньги, и то они будут дороже. Поэтому дорогу новым брендам, как говорится. Вот. И сегодня мы с вами посмотрим Bcool Mars, моделька называется. Это категория 2-3, с 4 лет, с 3-4 лет до 150 сантиметров роста ребенка. Так называемая 2-3 группа, до 12 лет официально, как бы заявлено, можно ездить. Вот максимальная высота подголовника, это как раз 1,5 метра роста ребенка. И смотрите, в чем прелесть этого кресла. Помимо того, что оно имеет у нас систему изофикса, полноценную, железную, нормальную, неурезанную там всячески. Вот, мы его пристегиваем. Ну, напоминаю, кресла, которые на изофиксе, 2-3 категории, вы можете пользоваться им и без изофикса. Например, вы хотите поставить кресло на переднее сиденье в автомобиле, без проблем, ставьте, все будет отлично, просто не пользуйтесь изофиксом и пристегивайте так. Так, в чем прикол? Кстати, вот насчет боковой защиты, вот нажимаем. Она выскочила. Нужно ее активировать со стороны двери. Она гасит энергию удара при боковом ДТП. Первая рушится, скажем так, а потом уже каркас, значит, вступает в дело. Вот. Здесь прелесть этого кресла в том, что здесь не свободная спинка для наклона, как это обычно бывает, а это нормальный полноценный жесткий кокон такой, кокпит, или как он правильно называется, для ребенка. И, соответственно, он там нормально расположен в жестком каркасе. И наклон у нас регулируется с помощью вот такого механизма. Вот такой наклон обычно реализован в категории, где ребенка с 9 месяцев возят. Поэтому вот такая вот необычная конструкция. Кстати, вот вы можете оценить уровень наклона. Все делается одним движением. И наклон, я бы его назвал таким средним. Вполне себе адекватный наклон, голова особо вперед сильно не свисает, когда ребенок уснул. Вот, поэтому вполне себе неплохой вариант. Так. Не привык еще к этой системе регулировки. Здесь мы, чтобы поднять, мы тянем, а чтобы опустить, нужно просто надавить. А я привык, что вверх тянем и давим на подголовник. В общем, здесь удобно в этом плане, просто одним пальчиком. В общем, все окей. Что касается, друзья, тканей, ткань приятная, тактильная, не раздражает. Вот, как заявляет производитель, все дышащее, гипоаллергенное, плюс в каркасе тоже вентилируемые отверстия сделаны. Вот, единственное, по уходу добавлю, стирайте до 30 градусов, чтобы она не села, потом вы ее обратно не оденете, и это не гарантийный случай, друзья. И что мне нравится, оно достаточно мягкое, вся спинка мягкая, сидушка мягкая, ход, смотрите, ну как по мне, вот такой приблизительно толщины наполнитель, а это очень неплохой показатель. В общем, по комфорту, друзья, здесь все окей и проблем не должно быть. Так, давайте теперь покажу быстренько, как пристегнуть ребеночка в 2-3 категории, вдруг кто не знает, через направляющие специальные. Вот здесь проводим ремень, защелкиваем. А вот этот ремень, что сверху, вот здесь вот максимально внимательно, потому что регулировать по высоте подголовник нужно именно правильным образом, потому что ремень мы должны убрать от горла. И регулируем подголовник таким образом, чтобы
от подголовника до плеча ребенка было не больше 2 пальцев и желательно не меньше 1, чтобы ремень шел не по горлу, а по плечу, по груди вниз. И это такое золотое правило, которое придерживайтесь, друзья, обязательно. Потому что это, знаете, мы же для чего их покупаем? Чтобы детей сохранить, если, не дай бог, там что-то произошло. Чтобы меньше они травмировались. Вот, собственно, все, вот таким вот образом пристегивается у нас кресло. Снимается тоже одним движением. В общем, вот такой вот интересный экземпляр. Как по мне, очень классное соотношение цена, качество, безопасность, функционал, полноценный изофикс, нормальные прикольные ткани. Вот. И я рекомендую обязательно, если ищете в этом ценовом сегменте, ссылка внизу, пройдите, посмотрите кресло, то обязательно его изучите. Можете приехать в Мир Автокресел, посадить, примериться. Много у нас магазинов по России. Вот. И уже убедиться в моих словах, что я сейчас в обзоре сказал. Поэтому, друзья, от меня рекомендацион, не проходите мимо этого кресла. Если обзор вам был полезен, интересно, вы что-то для себя подчеркнули, вот модельку для себя, может быть, новую открыли, ставьте свой царский лайк, обязательно подписывайтесь на канал. А я хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор кресла для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока!